Номерах нет сейфа, только на ресепшене есть сейф. Я отсоединилась с инфогруппой, они уже не смотрю в основном здание. Значит, вон есть пары с детками. Зонтики, шезлонги здесь есть. Пойдем посмотрим с вами быстренько пляж. Значит, я дошла до комнаты такой, написано массаж. Даже быстренько засниму для вас цены. Надеюсь, фокусировка будет достойной. Побежали мы с вами на пляж такой витиеватой дорожкой. Посмотрим, что он нам даст. Вы знаете, очень так по-скромному, я бы сказала, но мило. Вот подкупила то, что очень приятный запах в номерах. Это большой бонус. Здесь какой-то типа барчика. И вот смотрите, зонтики, лежаки, шезлонги, матрасы. Кстати, матрасы в хорошем состоянии. И вот она линия пляжа. Знаете, все очень нормально. Пляж достойный, но там какая-то есть даже рестик какой-то на пляже. Бунгальчики такие. Японский пляж. Так, идем смотреть номер с видом на бассейн. Номер у нас 101. Так. Когда мы будем смотреть Чанги, после этих отелей вообще все грустно. Круто. Очень вкусно пахнет. Прям вот это подкупает. Конечно. Это, конечно, подкупает. Всех хороших гонцов. Мини-бар у нас здесь. Да, все хорошо. Мини-бар. Что у нас здесь в шкафу? Просто шкаф. Есть зонтики. Это очень мило, потому что, конечно, в сезон дожди бывают. Пошлите посмотрим ванную. Так, обычно почему-то нету света. Ой, ну, молодцы, конечно, хорошо отделали здесь. Стоит бордюр здесь. Душ, конечно, он за шторкой, но такая есть выемочка в полу, то есть, ну, хотя бы уже весь пол не будет мокрый. Унитаз, все полотенца у нас есть. Все очень колоритненько. Все принадлежности и все в таком вот стиле, каком-то деревянно-плетеном. Так, пойдемте посмотрим, ну, что там у нас по спортивному залу. Вернемся мы в основную часть. Тут какой-то тренажер. Почему-то он немножко разобран. Тренажерный зал сейчас я покажу, он открыт. Но вот как-то заглянем на него. Тут мы в него заглянем. Так, здесь не знаю, что-то общественное. Так, вот смотрите. Помещение небольшое, я бы даже сказала маленькое, но тренажеров достаточно много. Причем, вы знаете, выглядит очень хорошо, в хорошем состоянии, но это достойно. Достойно, потому что были тренажерные залы, мы смотрели, но не совсем. А многим принципиально в этот момент, поскольку люди занимаются спортом и хотят на отдыхе ничего пропускать. Ну, территория маленькая, но все компактно, вот все как-то на своих местах. Смотрите, какая вся цветочная территория. Вот она прямо цветет вся. Так, у нас здесь детской зоны как таковой нету. Есть просто качельки. Сейчас мы их посмотрим. И вот он ресторан. Ресторан и бар. Подниму-ка я сюда, просто посмотрю, что он из себя представляет. Ну, просто так. Смотрите, ресторан и бар. В общем, тут 54 номера для 54 номеров, более чем пространство.
пользоваться телефоном, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.